Интервью. Казахстан. Меня в Казахстане любят. Да. Меня обожают там, да. Не проходите. Только нет, можно на следующий, да? Ребята, можно. Любым другим нельзя, а ребятам из Казахстана можно. Ну ладно. Потому что у меня был самый любимый клуб. А вы самая обсуждаемая фигура в Казахстане и вообще сейчас в казахстанском хоккее? Не я, Сергей. Он главный судья матча звезд. Ну, наверняка вы уже смотрели эпизод с Металлургом, спорный, шайбу опять не засчитали. Да, в судейской разберем, обещаю. Мне уже Васильце всю плешь проел. А вы есть в социальных сетях? Есть. А вам пишут фанаты из Казахстана? Да. Да? А что пишут? Вот самые такие, я не знаю, может быть, ну, позитив есть там? Редко. Практически нет. А почему так вышло, что вот именно в этом сезоне самым больше отмененных шайб вообще у Бориса? Ну, я думаю, единственное, что могу пообещать, что мы в январе повесим на сайте статистику запросов. Не факт, вам так кажется. Просто вы на это остро смотрите. А главный тренер Бориса Андрей Скабелка принял ваши извинения. Ну, это достойно? А я еще не общался со спортивным департаментом, чтобы понять, нужно ли это принимать. Ну, вот вопрос... Официальное нет, заявление. Смотрите, давайте так, ну вы сейчас пытаетесь вывести на какой-то другой, давайте я по-другому скажу, что если судьи ошибаются, мы честно говорим, что судьи ошибаются. Если они не ошибаются, то они не ошибаются. Вот и все, не более того. Если они ошибаются, ну ошибаются. Что сделаешь? Не только же против них. Ни одна команда никогда не говорит, не выходит, мы выиграли за счет судей. Нет. Одна команда говорит, что мы проиграли, выиграли, а вторая команда говорит, что вот. Мы проиграли из-за судей. Не более того, это спорт, ничего не сделаешь. Ну, понятно. Но все же в программе вы это официально можно считать заявлением, что гол в ворота Динамо был. Официально можно считать заявлением только бумагу, которая подписана кем-либо из вице-президентов континентальной хоккейной лиги. Все остальное это исключительно в другой плоскости. И потом есть рабочие моменты, не более того. Но непосредственно вот именно этого момента Динамо, а судья, он как-то наказывается? Судьи более чем наказываются, поверьте, и сумма штрафов судей, она несоизмерима. Просто зачем это всем знать, чтобы судьям тяжелее работалось, и их могли журить и говорить, вот, тебя наказали в прошлой игре. Поверьте, и достаточно большие денежные штрафы всегда. Да. Тоже обсуждаемая фигура, это Сергей Шумаков. Как вы относитесь к последним вот этим моментам его? Так же к любому игроку, мне не должно быть каких-то отдельных отношений с какими-то игроками или предвзятости. Он обычный игрок, и есть правила вида спорта хоккея, по которому его судят, если он нарушает их. Один из пунктов правил. Симуляция. Приукрашивание. Симуляция мне нравится. А у меня только один вопрос. У вас там, видимо, заготовленный. Один на GoPro снимает, а второй с Apple. Не, я просто читаю вопросы, которые скинули у нас, да, редакция. А что, это прямая трансляция? А реакция? Редакция какая? Редакция. Для начала, ну, чтобы взять интервью, нужно обратиться в пресс-службу. Ну, видимо, у вас эксклюзив. Если Сергей Анатольевич разрешит мне продолжать, я